Увлажнители SmartWay как хороший обслуживающий персонал. Все, что они делают, незаметно. Тихие, безопасные, простые в управлении. Перед нами три модели ультразвуковых увлажнителей компании SmartWay. Давайте присмотримся к их возможностям. Особенно нам понравилась модель 8410 в стильном черном корпусе, но правда глянцевая поверхность требует и ухода побольше. Приборы не занимают много места и хорошо вписываются практически в любой интерьер. Отметим сенсорные кнопки и дисплей. Эти детали упрощают управление увлажнителем, а красивая подсветка добавляет привлекательности приборам. Для управления на расстоянии в комплекте у всех моделей есть вот такой небольшой пульт. Конструкция увлажнителей простая и похожа на большинство других аналогичных приборов. Есть бак, куда заливается вода, и антиизвестниковый фильтр, который задерживает тяжелые вещества, находящиеся в воде, благодаря чему на мебели не будет образовываться белый налет во время работы увлажнителя. Обратим внимание на бак. Он изготовлен из нанотехнологического пластика, благодаря чему его поверхность противостоит появлению грибков и бактерий, поэтому работающий увлажнитель можно оставлять даже в детской комнате. Все три модели достаточно вместительные, только у увлажнителя 8370 бак немного меньше. Но и 4,5 литров хватает приблизительно на 12 часов беспрерывной работы. Переходим к управлению и функциональным возможностям. Как видим, на панели управления кнопок не очень много, поэтому разобраться со всем этим не составит труда. Когда вода залита в бак, включаем увлажнитель. Вот этой кнопкой мы можем выбирать интенсивность пара. Если в помещении очень сухо, то максимальная интенсивность поможет восстановить подходящий микроклимат за короткое время. А в дальнейшем в постоянном или периодическом режиме можно использовать низкую или среднюю степень интенсивности. Обычно для увлажнения приборы выделяют холодный пар, а модели 8201 и 8410 могут увлажнять помещение и с помощью теплого пара. Основное преимущество работы на теплом паре заключается в возможности использовать увлажнитель как ингалятор или ароматизатор. В воду можно добавить несколько капель ароматного масла или лекарственного вещества, а прибор распространит аромат по комнате. Все модели увлажнителей оснащены встроенным гигростатом, который позволяет контролировать уровень влажности в помещении. Немаловажной функцией выступает ионизация воздуха. Эта возможность есть у моделей 8370 и 8201. Во время ионизации воздух не только увлажняется, но и очищается от пыли и микробов. Эта функция особо важна, если в доме есть маленькие дети. Также у всех трех увлажнителей есть 12-часовой таймер, с помощью которого прибор можно запрограммировать на непрерывную работу. Кстати, производители утверждают, что непрерывно эти увлажнители могут работать до 40 часов, а это говорит о высокой надежности. Если в приборе будет недостаточное количество воды, он автоматически отключится и подаст соответствующий сигнал. В качестве вывода скажем, что все три модели являются подходящим вариантом для регулярного использования как дома, так и в офисе. А наличие функции ионизация и теплый пар расширяют возможности увлажнителя и делают его универсальным климатическим прибором.